Это Поля. Она сестра моя. Она все делает ужасно тщательно. Она даже из дома уходит долго-долго. Сначала она причесывается. Для этого она моет голову, а потом лепит ее на бигуди. Потом она красит сначала один глаз, долго. После этого красит второй глаз, еще дольше. Она говорит, это потому, что второй у ней больше. Потом она остальное лицо докрашивает. И она выходит из дома. И иногда за это время может потемнеть. Ну и вот, а если Поле надо в театр...